Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим очень вкусные сырные лепешки в духовке. Для этого вам понадобится творог 500 грамм, 150 грамм твердого сыра, натираем его на мелкой терке. Далее нам понадобится один пучок лука и пучок укропа. Добавляем немного соли, 3 яйца, все очень тщательно перемешиваем. На противень кладем пергаментную бумагу и смазываем растительным маслом. Выкладываем сырную массу, я выкладываю половину. Итого получается 2 сырные лепешки. Ставим в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут. Я желаю всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!